Только выйдешь за порог, сразу же дорога, а кругом снует народ, и дорог так много. Вот попробуй разбери, где твоя родная, прошагаешь до зари, а вдруг она чужая. Прошагаешь до зари, а вдруг она чужая. Перекрестки, перекрестки жизненных дорог, отыскать свой путь непросто, если кто-нибудь помог. Но спешат куда-то люди по дорогам дня, озабоченные лица мчат мимо меня. Кто торопится пешком, а кто на Мерседесе, только пыль стоит столбом в городе Одессе. Каждый хочет обогнать, каждый хочет первым. Мне их сроду не догнать, и я не получу нервы. Ты шагаешь широко, топаешь умело, обогнать меня легко, я иду не смело. То букашка на пути, то цветочек ранний, только бы не наступить, только мне пора не, только бы не наступить, только мне пора не. Перекрестки, перекрестки жизненных дорог, отыскать свой путь непросто, если кто-нибудь помог. Но спешат куда-то люди по дорогам дня, озабоченные лица мчат мимо меня. Только выйдешь за порог, сразу же дорога, а кругом снует народ. И дорог так много, кто-то впереди меня. Я радости не скрою, ни один цветок не смят под ее ногою. Ни один цветок не смят под ее ногою. В качестве главного редактора детской киностудии исполняла какое-то время обязанности директора киностудии, поэтому начинала, принимала его на работу, когда он пришел после УГИКа. Вот. И сразу он выделялся, что называется, своим особым отношением к окружающей действительности. Вы наверняка больше, я давно его не видела, я ушла с 83-го года с киностудии, но работала с 75-го по 83-й год. Где-то 140 сценариев и фильмов прошло. Демчуков пришел как сценарист. Он писал сценарий, но я не удавалось запуститься, потому что студия в то время была уже с большим количеством запасов в сценариях, и место встречи, и подключение электроники, и Д'Артаньяна, «Три мушкетера», и «Чародеи». Это уже все их потом подвиг Одессы. Это все находилось в работе. И были, поскольку Госкино Украины, Госкино СССР и Центральное телевидение, мы с ними очень честно сотрудничали, у них были свои пристрастия, свои тематические направления. Поэтому просто так войти в сценарный план было непросто. Составлялся тематический план и на 5 лет вперед. И Центральное телевидение утверждало перспективный план на 5 лет вперед. И Госкино Украины в том числе. Поэтому сценарии требовались определенные направленности или интересные там, литературные произведения, режиссеры, которые были, имели свои пристрастия. Ему не удавалось вот, свои сценарии. Они были своеобразные, со своей стилистикой.
со своим видением, вы это знаете, если с ним больше общались. Он работал редактором на 5 фильмах. Право руководить, такой был сценарий Решетников. Сценарно-редакционной коллегии и первый, один из первых редакторов Решетникова Сергей, может быть, вы знаете фильм «Хлеб детства моего», очень «Всадники» Решетникова. И «Лесо истории» — это Циба был у нас тоже писатель такой, вы знаете Михаила Цибского, наверное. И вот по этим еще два, я уже не помню сейчас, фильма, которые у него были. Он как редактор проявлял себя, свой профессионализм, был, у него свое видение сценария было, это требовало какого-то личного такого понимания, личного контакта со сценаристами. Вот, он работал много, тогда очень много обсуждений было сценарного плана на перспективу, и все члены коллегии и редакторы принимали участие в составлении этого плана, в формировании. Так что он, в общем-то, творчески себя реализовывал, но он не был человеком, который вот входил в коллектив однозначно, чтобы он был своим. Вот, у него было свое видение психологии, это тогда отмечалось еще, и личного. Он никогда не был, так сказать, душой компании, вот так, чтобы он так себя вел как человек, которому хочется со всеми пообщаться. Нет, у него было свое отношение в действительности. И мы знали, что он играет на гитаре, он так или иначе участвовал в каких-то вот таких творческих мероприятиях. Но не так активно, как, наверное, потом в последнее время, когда уже началось интерес к фильму другой. И вот, собственно, все, что я могу сказать о Демчукове. У него были семейные дела, у него было свое видение того, как должна жить мужчина и женщина в обществе, у него были свои пристрастия. Он не стеснялся говорить, но в то же время не навязывал никогда, в общем, свое мнение по поводу своих личных каких-то отношений. Поэтому для того, чтобы вообще хорошо понять тоже и судьбу Демчукова как редактора, нужно все-таки тогда оценить, что же было детская киностудия в тот период. Я не буду задерживать ваше время, только скажу вам, что у меня вышла серия «Имена детской киностудии». Я вам подарю вот такую книжку, одну из их всех. Вот они здесь все. Есть эти книги Радомир Василевский «Счастье – дело тяжелое». Эти книги изданы на документах. Вот на архивных. Здесь сценарий, вот, например, Василевский «Богатыренко художник». Здесь любопытные материалы, вот это раскадровки, которые делались по каждому фильму. Делали. Здесь весь процесс создания фильма того периода, и в этих книгах есть документальные стенограммы там, и так далее. Поэтому если уже глубоко рассуждать о том, как готовился фильм, вот полоски, которые здесь присутствуют, он, конечно, сам этот процесс совсем по-другому, но у вас другая задача. Вот и в этой задаче у вас личность человека, который мужчина, певец, психолог. Ну, одна из граней его жизни – это была работа на киностудии. Но она была не основная. Вот она занимала какое-то определенное время, сыграла определенную роль в его жизни. Ну, и не стала основной, и хорошо. Значит, у него была интересная жизнь. Вот, собственно, дарю вам эту книжку. Коллектив. Спасибо. Студии. Вы знаете, дело в том, что когда Толя работал на студии, когда все работали на студии, это были, так сказать, определенные годы, которые тогда казались какими-то там идеологически гнетущими. Если бы я знал, что идеологически гнетущие годы только впереди, ну, что делать. И, значит, вот тогда была какая-то такая поговорка среди киношников, а может быть и не только среди киношников, а у всех, кто были причастны к искусству, говорили так, что вот это редакторы, и вообще все начальство, они
не смотрят кино, а высматривают. И вот у Толи, значит, было по тем понятиям назначение любого редактора не смотреть, а высматривать. И как бы все зависит от того, кто находится с конкретно, кто будет с тобой работать на этой картине. Тем более, что было вот до нас как-то было на студии больше мужчин-редакторов. И они при том еще были литераторами. Вот Вася Решетников, которого Галина Яковлевна вспоминает, Невер был, они сами могли что-то предложить, даже чисто сюжетно, либо развитие характера. Ну, а потом все, мужчин становилось все меньше и меньше, а девочек все больше и больше. А девочки, что у них там в головах было, это никому не... То есть это нам всем известно, что у них там... Ну, им как бы не совсем до этого было. Они выполняли честно свои... Ну, они разные были вообще-то, честно. Но в основном женщина она и есть. Женщина, извините. Я ухожу уже. Я уже сейчас устаю и ухожу. Не надо мне так рассказывать. Я как принимающая сторона запрещаю бои. Драки. Это к вам не относится. Я говорю о молоденьких девочках, редакторшек. А я говорю о молоденьких, которые 30 лет. Тогда. Вот, я не о главном редакторе говорю, это разные вещи. И вот когда появился Толя Демчуков, вместе с ним появился портрет Достоевского «Кисти Перова». Знаменитый этот портрет Достоевского «Свет». И это вот был сигнал. О, это какая-то совсем другая история. И вот как-то ощущалось, что вот отсюда может идти что-то продуктивное, что-то позитивное, что-то самобытное. Вы знаете, вот как, скажем, для того, чтобы понять, кто такой, так сказать, Рафаэль или там Микеланджело, не обязательно с ними там эту чарку выпить или хотя бы знать их произведения. Достаточно увидеть эту самую Сикстинскую Мадонну там, или Мадонну Литу, и как бы про них понятно было. Вот такое же было ощущение от самого присутствия, то ли вот у нас на студии и в коллегии редакционной. И вот я все время смотрел, думаю, как же вот он бедный здесь вот сидит, как бы ему бы развитие какое-то, что-то такое. А потом как-то все это заглохло, студия перестала существовать. И все думаю, а где же этот Толик? Про кого-то я знал где-то, потому что все равно это вертелось вокруг кино, вертелись. А про Толю не знал. Пока однажды не пришел Толя на юбилей киностудии с гитарой и не запел. Я думаю, о, все-таки реализовался. Ну да, я его пригласил. Да, все-таки реализовался. Ну теперь, потом я узнал, что он реализовался не только в этом. В общем, талант там и есть талант, что тут говорить. Царство Небесное, память вам у нас останется. Спасибо. Ну, Анатолия, мы, в принципе, в один период мы с Евгением и с Анатолием, я председатель Одесского общества пенсионеров, и ребята бескорыстно приходили, Евгений сейчас приходит, то есть, ну, это пожилые люди, что говорить, пожилые люди, которые живут тем, что магнитофон может каждый включить. Это такое. Сейчас тем более у всех в телефоне. А вот то живое общение у нас не изредка было, когда было больше, чем два человека. Ребята, именно они поднимали
поднимали тот дух, знаете, вот когда упадничество уже идет, вот пожилой человек, когда говорит, а уже ничего не надо, уже жду, доживаю. И тут, когда начинается вот это вот разворачивается, открывается душа, ну это было просто здорово. Конечно, вы знаете, запомнил я лично, Анатолий, как настолько такого деликатного, в данном случае, вот в общении, деликатного, и я бы даже сказал, ну это моя позиция, да, несколько более стеснительного, чем открытого, но вот когда он уже начинал музицировать, все менялось, он, по моему, опять же, мнению, да, он не обладал таким вокалом мощным, но вот та душевность, которую он изливал, вот это вот все свое внутреннее состояние, она, конечно, вот она запомнилась. Поэтому, когда меня Люба позвала, я нисколько не задумываясь, да, при том, что я и сейчас у меня через полчаса там очередная встреча, я, безусловно, я просто обязан был посетить и отдать должное, и низкий поклон. И я вспомнил, кстати, буквально сейчас, все вы знаете, да, Амара Хайяма, кто-то многие рубаи знают и так на память. И замечательно, как раз, в тему будет, да, помните это. Ты скажешь, наша жизнь одно мгновение, ее цени, не черпай вдохновение. Как проведешь ее, так и пройдет. Не забывай на твое творение. На этом я хотел бы поблагодарить вас за короткую встречу. Доброй памяти, да. Спасибо. Можно сказать, 17 лет, и в коридоре, мы в основном встречались в коридоре, потому что у нас редакторы, это была элита студии, а мы там маленькие, бегали, здоровались. Вот, и знаете, хочу сказать вот про Галину Яковлевну, у нас был Сбанду, директор киностудии, и Галина Яковлевна, это такие два ярких лица, я когда проходила мимо их, в коридоре, я старалась обойти, потому что они такие были строгие, они такие были, знаете, сейчас, как сказать, наверное, нет вот такого духа. Тогда все-таки киностудия, это была какая-то такое огромное предприятие, где директор или зам, это были яркие личности. И вот как раз, когда с Бандут и Галиной Яковлевны работали, тогда вот сняли все вот эти вот фильмы, которые прославили не только Одессу, Украину, а они, так сказать, по всему Советскому Союзу и даже за рубежом. Вот. И все вот наши режиссеры, которые тогда работали, там этот... Даже вот Павловский, это брат, это Александр Павловский, он снял «Зеленый фургон», если помните. Потом у нас Тодоровский работал. Это была такая плеяда. И вот все, вот Галина Яковлевна тогда, представляете, вот они смотрели материал, допустим, я тоже там иногда присутствовала. И вот они вот каждую мелочь там замечали. Это такая как бы была интересная жизнь у нас. У нас на студии все время что-то кипело. И вот Анатолий тоже скромненько ходил. Я же говорю, что только в коридоре так с ним встречалась. А потом так получилось, что я на какой-то встрече увидела, что он играет на гитаре и поет. Я его пригласила вот к нам в общество пенсионеров. И хочу сказать, что очень-очень ему было признательно, потому что бывало так, что кто-то не может прийти, приглашаешь, там у нас есть музыканты, которые на гармошке играют, на баяне. Он никогда не отказывал, он всегда приходил. И там у нас, знаете, как пожилые люди, кто-то кушает, кто-то там шумит, вроде мешают. Он как-то так очень спокойно к этому относился, то есть не напрягал никого. И, честно говоря, когда я узнала, что его не стало, знаете, у меня как-то так, что-то как будто оторвали такое вот, родное, что ли. Я даже не могу выразиться правильно. Но его очень сейчас не хватает, как-то вот, честно говоря, вот лично мне. Хотя я говорю, что мы как-то так не были там друзьями особо. Пожалуй, все, что могу. Спасибо. Добрый день, всем здравствуйте. Очень рада всех вас видеть.
Я хотела бы перейти к другой стороне медали Анатолия Демчакова. Он был еще и психологом, он закончил педагогический факультет психологии педагогического университета. И так как он обладал душевным голосом, и он в направлении психотерапевтическом песнетерапии занимался. Ну и мы в 19-м году, так получилось, что я тоже закончила этот же факультет, только музыкотерапевтическое направление. И мы даже успели сделать с ним программу авторскую психологического направления, антистрессовую, это коррекция эмоциональных состояний. И даже успели презентовать ее, по-моему, у вас на базе Института Ушинского, где-то июль-август, месяц 19-го года. Но мы, к сожалению, не знали, что это последняя наша работа. Работали очень тяжело, 2 месяца, все лето жаркое. Презентовать успели. И мне очень-очень больно, что были огромные планы инновационные на перспективу. И, к сожалению, видите, как получается, что мы мечтаем, располагаем, предполагаем, а за нас коррективы жизни носит. Я хотела бы сейчас в честь памяти годовщины Анатолия Демчакова сыграть кусочек классического соло «Адажио альбемон». Я думаю, он нас всех сейчас слышит.
Спасибо, Танюш. Был один такой случай, который как бы знаковый для нас всех. Я был в жюри фестиваля, а Толя решил выступить конкурсантом. И я там ему советовал, ты вот из этих песен выбери вот эту, она завидно отличается от всех остальных в лучшую сторону. На что, а мы ехали назад в Одессу, из Ильичевска. Он говорит, нет, эта песня, да, я знаю, что она лучше, поэтому я ее еще там доработаю, и она будет мне там для какой-то дальнейшей деятельности, для выступления в каком-то знаковом фестивале. То есть он откладывал как бы хорошее на потом. И это, в общем-то, надо сейчас. Надо сейчас хорошее, сейчас. Сегодня и сейчас, так сказать. Потому что завтра может и вот и не случиться, как оказывается. Я сидим. У меня есть похожего содержания песня. Что-то нажито, что-то прожито, много всякого недоделано. Жизнь не шапито, за витком виток, карусель забот завертела. И к друзьям идем, если нужно что, не собраться зайти без дела. Обнаружил вдруг, потерялся друг, и взрываешься, надоело. Собери друзей хоть раз в год на час, не откладывай, позвони сейчас. Нам бы встретиться, проболтать бы нам до зари. Собери друзей, позвони сейчас, не откладывай, ведь все меньше нас. Нам бы встретиться, собери друзей, собери. Если вдуматься, все мы разные, а сдружило нас что-то общее, что-то светлое и прекрасное. А на бедность напрасно ропщим мы друзьями, богаты славными, что с тобою в беде и в радости есть что вспомнить. Вот это главное, ни о ком не забудь, пожалуйста. Собери друзей хоть раз в год на час, не откладывай, позвони сейчас. Нам бы встретиться, проболтать бы надо зови. Собери друзей, позвони сейчас, ведь все меньше нас. Нам бы встретиться, собери друзей, собери. Час, не откладывай, позвони сейчас, нам бы встретиться и проболтать бы нам до зари. Собери друзей, позвони сейчас, не откладывай, ведь все меньше нас, нам бы встретиться. Собери друзей, собери. Гордый подлинный размах, путь укажет туда, где анды блещут на семи ветрах, и свобода всегда. Он птица Феникс и хранитель гор, путь же вечно идет, неторопливый, тихий разговор, начиная отсчет, всегда вперед, вперед. Спасибо. Ну, вы понимаете, мы как-то привыкли, интеллигент, значит, слабый, интеллигент, значит, квел иногда, да, интеллигент неактивный. Но я видел Толю, когда он защищал диплом, вот тут уже было сказано, что он получил
еще одна, у него было несколько профессий, одна из них это профессия психолога, и он защищал диплом, причем он выбрал очень трудный вариант, он предложил оригинальную тему, это был Юнг, и он проанализировал собственные сновидения, вот те, кто немножко с этим знаком, да, понимает, насколько это трудно. Вот. Тем более, что требования были, в общем, другие. Там требовалось несколько методик провести, но это уже какие-то формальные вещи. Но я помню, как он отстаивал свою правоту, вот, и с уважением комиссия к нему отнеслась, ну, ему поставили высокую оценку, хотя, я говорю, по требованиям, в принципе, он их не соблюдал. Но главное, что по сути у него была очень хорошая работа. И я еще раз несколько раз еще видел его в этой ситуации, когда он отстаивает свои убеждения. Даже мы с ним как-то спорили, я помню, как он отстаивал свою точку зрения. Вот, то есть это был сильный человек. Интеллигент вообще сильный, настоящий интеллигент – это сильные люди, правда? И пожелаем, чтобы их было больше, и чтобы они остались подольше на этом свете. Вот, а сейчас я хочу показать свою песню, как я уже сказал, да, которая понравилась Толе. И, по-моему, немножко она и о нем, потому что вот эта песня «Такое приходит время», и там есть строчки «Уже не боишься жизни, еще не боишься смерти». Вот мне кажется, что он так и жил, по-моему. Итак, «Такое приходит время». Такое приходит время, я знаю, а вы проверьте. Уже не боишься жизни, еще не боишься смерти. Уже не боишься жизни, еще не боишься смерти. Такое бывает счастье, попробуйте-ка измерьте. Когда не боишься жизни, когда не боишься смерти, когда не боишься жизни, когда не боишься смерти. Такая тогда свобода, такая любовь, поверьте, когда не боишься жизни, когда не боишься смерти, когда не боишься жизни. Когда не боишься смерти. Я знаю, зачем, ребята, живем мы на белом свете, а чтоб не бояться жизни, и чтоб не бояться смерти, а чтоб не бояться жизни, и чтоб не бояться смерти. Такое приходит время, я знаю, а вы проверьте, уже не боишься жизни, уже не боишься смерти, уже не боишься жизни, уже не боишься смерти. А сейчас Карла, пожалуйста. Хочу рассказать о Демчукове. Мне кажется, что я впервые его увидела и услышала. Лет 10 назад, точно я не помню конечно год, но это было на одной из литературных студий. Может быть, это было в литературном музее у Пушкинистова, может быть, на нашем потоке. Тоже сейчас не могу вспомнить. Но я его запомнила с той встречи. Он пел как раз, по-моему, тогда «Можжевеловый куст». И с тех пор эту песню я слышу, когда я вспоминаю, я слышу, и когда его стихи голос, читаю, да? Заболоцкого, да. Я слышу его голос, да. И вообще он умел действительно вложить в песню свое видение, свое ощущение этой песни. Так что, ну, теперь, вот, например, «Можжевеловый куст», я, по-моему, вообще тогда впервые услышала. И она навсегда связалась с ним. Но даже те песни, которые я раньше знала, других авторов, а он пел, в его я очень редко принимаю знакомые мне песни, которые я знаю в авторском исполнении, в исполнении другого человека. А тут, вот, например, песня
«Яблоневый спас» он пел чудесно. И песня, вот, ну, это тоже, по-моему, я от него впервые услышала. А вот из тех песен, что я знала, есть песня Вадима Егорова. Он ее часто пел на 9 мая. Там, ну, в общем, когда были тематические вечера о ребятах, которые пошли на войну добровольцами. «Облака», да. Я ее слышала, и, кстати, недавно тоже на Ютубе нашла Вадима Егорова, и он пел эту песню. Но и Анатолий, когда ее пел, он вкладывал свое, он немножко иначе пел, но он так глубоко это чувствовал, что это было здорово. Но я, в общем, долгое время знала его только как барда. И только несколько лет назад узнала, например, что он был психологом. Кстати, узнала это от Вероники Коваль. Мы с ней встретились. Она как раз шла в этот музей камня. Но мне надо было в другое место, и уже так я не попала. От нее узнала, что он психолог, что он там ведет какие-то вечера. А вот сегодня я узнала, что он работал на киностудии. Но это очень интересно, потому что мой отец работал на Одесской киностудии 14 лет. Но он работал до Демчукова. Он работал, по-моему, до 70-го года, начиная с 1950 какого-то, там, 4-го, не помню точно какого, но до 70-го или до 72-го. То есть они не пересеклись. Но вот так вот узнаешь о человеке многое. Я рада, что я это узнала. Я хочу прочитать стихотворение, которое... Да, что я хочу еще сказать, что когда я узнала год назад, что он умер, я была настолько поражена. И я, главное, узнала, сколько ему было лет. Я всегда считала, что он гораздо моложе, а тут 70 лет умер. 77 было. 77 ему было? Да. Господи, так он старше меня. Тем более уместно будет это стихотворение. Почти сверстник. Стихотворение называется «Уходят сверстники». Я его написала давно, но в последнее время все чаще столько уходят людей, и сверстников, и моложе, и старше, что оно все чаще становится в тело. Уходят сверстники, редеет круг друзей, и вестница разлук стучится у порога. А дорога, свою беспечную и вечную спираль, все так же бьет и так же манит вдаль. И хочется по ней пройти еще немного и повстречать в пути и радость, и печаль. И когда бы может, осознать бы может свой Грааль, отыскать бы, быть может, свой Грааль, а может быть и Бога. И глубже и полнее мир узнать, и вам об этом рассказать простым и ясным словом. Но поздно, лишь бессонная тревога опять ночами не дает уснуть, и сверстника ушедших не вернуть. Спасибо. Очень давно, я уже даже затрудняюсь сказать, какой это был год, ну точно до 2010-го, задолго до этого. Он пришел к Дельфине к нам. И предложил свое участие в наших программах. Ну, Торой человек специфический был, он такой. У него действительно было видение свое на все. В том числе иногда у него было свое видение и на то, как надо петь песни коллективам, как нужно их представлять, показывать. Это все кончалось спорами. И, как уже здесь отмечалось, он человек был несгибаемой воли, несмотря на свою внешнюю мягкость. И очень часто эти споры заканчивались тем, что он, как говорится, одерживал верх. То есть его версия становилась основной. Но, скажем так, работа с ним, вот пока он был в Дельфине, она действительно, во-первых, она дала нам возможность увидеть его с разных сторон. Во-вторых, она дала нам возможность понять какие-то вещи и оценить какие-то вещи, которых мы до того не понимали. Это был
очень хороший опыт. Потому что Толя, кроме всего прочего, кроме того, что он был очень разносторонним, талантливым человеком, он еще был действительно хорошим психологом. Во всяком случае, я у него много почерпнул чего-то такого, каких-то вот мелочей в поведении, мелочей в общении с другими людьми, которые на первый взгляд абсолютно незначительны, но они складывают совершенно другую картину общения. Они, вот, у него такая способность была. Он умел раскрывать собеседника. Понимаете, вот в чем дело. Это действительно была интересная такая особенность. И вот это то, что я у него подметил. И то, чему попытался научиться. У него была своеобразная очень манера исполнения. Очень мягкая, очень такая лиричная и певучая. И здесь тоже, как бы, вот у меня, например, с ним по этому поводу всегда возникали споры. Одни и те же песни мы пели абсолютно по-разному. И были, кстати, были песни, которые я после того, как их спел Толя, я уже не брался их петь, потому что я не видел, как их можно спеть по-другому. В частности, я никогда не пел «Яблочный спас» именно поэтому. Но... Ну, не знаю, у каждого свой характер, у каждого свое отношение к жизни, в том числе и жесткость. У каждого своя. Я никогда не был таким, как Анатолий, хотя, еще раз повторю, у него было чему поучиться, и он был очень разносторонним человеком. Кстати, я не знаю, все ли знают об этом, ну, думаю, что не все далеко, что Толя стал лауреатом Сумского фестиваля в свое время. Причем он, никому не говоря, поехал. И привез оттуда победу. Первую премию, да. И потом мы, как раз у нас была репетиция. По какому году? В девятом? Много ли, да? По-моему, в девятом. У нас была репетиция, как раз вот после каких-то праздников. Там мы разошлись на долгое время, не встречались. Потом первая репетиция после перерыва. Пришел Толя на репетицию и принес... свой диплом показал он. Значит, что-то запомнил. Нас это немножко удивило. Удивило не то, что он, предположим, там занял первое место. Нас удивило, как он это сделал. Вот в своем духе, по-своему. Ни на кого не рассчитывая, ни с кем не советуясь, никому не сообщая предварительно о своих планах. Поехал и взял эту первую премию. Я хотел спеть песню, которую мы оба очень любили, но я как бы решил, что сейчас, наверное, я не буду этого делать, потому что я не пою в его манере, я пою в своей, ну, чтобы это не было как на контракт, да. Поэтому я просто спою песню, которая мне очень нравится, о тех, кого с нами нет. Ушла. Запишите номер.
Да погоди же немного, и я же еще не помер. Дай мне это царство выпить до конца. Эх, жаль, что нет лекарства, супротив свинца. Ведь мне сегодня не то чтобы лень, а просто устал жить я. А без любви не родишь ни строки, сколько ни бейся. Что-то все чаще на кухне моей стали гореть листья, стали все чаще тревожить звонки из-под небесья. Вот опять от Бога телефонный зумер. Да погоди же немного, я же еще не умер. Знать, для пули дуры нет еще стрельца, как и нет микстуры, супротив свинца. Птица камнем в сушу с перебитой глоткой, а я больную душу заливаю водкой. Все по-русски вроде, да что ж ты так горька? А просто нет Володи, и нету Игорька. Не смогла быть прочитать стихи Анны Андреевны, поскольку я себе вообще не представляю, как можно выйти без такого аккомпаниатора прочитать такой прекрасный песен. Жала руки под темной вуалью. Отчего я сегодня бледна? От того, что я темной печали напоила его до пьяна. Как зовут? Он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я бежала перил, не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула шуткой: все, что было, уйдешь, я умру. Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: не стонет. А в памяти темной порывшись найдешь до самого локтя перчатки. И ночь Петербурга, и в запахе ложь, то запах и смутный, и сладкий. И ветер с залива, и там между строк, минуя и ахи и охи, тебе улыбнется презрительно блок. Трагический террор эпохи. Ну, для меня Анатолий всегда был загадочной личностью, так, наверное, и остался. Когда-то мы ехали на Одесские лиманы, я его подвозил, договорились встретиться возле Кирхи. И вот мы ехали, и так вот более-менее как-то мы с ним сошлись в политических вопросах. Он там немножко мне рассказал о себе, вот о своих политических взглядах, вообще о взглядах на жизнь. А потом уже почти доезжая до фестиваля, он говорит: слушай, я, говорит, тебя ждал, забыл куртку, говорит, где-то там на скамейке. Ну, я говорю: ну что, поехали назад. Шансов, конечно, мало, он там что-то пил, сок какой-то. Приехали мы, куртки, конечно, не казалось, он сильно расстроился, где-то еще там походили, мы поискали, так и не нашли. Вот. И потом как-то от него звонок интересный еще был. Разгар лета, он звонит, говорит: Сережа, поехали, говорит, в Крым, говорит, с гастролями.
Я говорю, слушай, да я ж работаю, семья как-то там. Да поехали, вот сегодня, в четверг, по-моему, он звонил. Говорит, вот суббота, говорит, воскресенье, может, на недельку задержимся. Я говорю, Толик, да не могу я так вот просто так вот взять, сорваться. И, ну, был бы одинок, там еще как-то было. Вот так что был такой случай. Так, а сейчас я хочу вспомнить песню на слова Касьян Игоря Семенова. Называется «Август». Это август коронует всех подряд. На столе резной узор, будет долгий разговор. Это кто-то вездесущий на меня глядит в упор. Что бы ты ни сочинял, человек ничтожно мал. Ты ломать его пытался, но пока не доломал. Ветер, нежная пила, слижет камень до бела. Чайка мечется над морем, словно швейная игла. Кто забрасывает сеть, будет ждать улова впредь, будет божьими глазами на кораблики смотреть. За волной идет волна, время пьет тебя до дна, из другого побережья боль твоя не так видна. Но всему приходит срок, август целится в висок, старый ботик третьи сутки мордой тычется в песок. Ветер двинется на юг, тронет лодочку твою, оглянуться не успеешь. Пришвартуешься в раю. Где-то примерно лет 15 назад, тоже на одном из поэтических мероприятий. И мы были почти соседями. Мы же, когда он жил еще на Таирово, потом он переехал в город, мы жили на Таирово, недалеко дома наши были через дорогу. Мы ходили друг к другу в гости, он приглашал очень интересных людей. Такие интересные были йоги среди них. Ну, постарше меня, они немножко все были чуть-чуть постарше. Мне было очень с ними всегда интересно. Такие у нас интересные, у него в гостях
вот темы он поднимал, философские, психологические. Вот. Потом я стала ходить на его вот эту зарядку, ну как зарядку, йогу, очень интересно. Он составил... На берегу моря, да? Да, нам возле моря мы встречались. И он делали мы эти упражнения с ним. Очень интересный комплекс йоговские такие хорошие он подобрал. Интересно, были на полушаре, вот как, наверное, на, как это сказать, да. Гармонизацию правого, левого. Он подобрал такую, у него хорошая была методика. Вот, да, вот, вот это руки, как-то ноги. Интересно, так он все это подобрал, скомпоновал. Вот. Потом мы ездили на фестивале в Ялту. У нас была группа поэтов, бардов, мы все вместе. Очень интересно, всегда вместе гуляли по Ялте. Вместе мы же снимали домик, там жили все вместе вот в одном пространстве. То есть общались, репетировали песни, стихи. Вот, потом шли все на концерт, гуляли по Ялте, так очень... Леночка вот Милентьев с нами была тогда, Алёша, её брат Милентьев. И Анатолий Андреевич, всегда с ним так интересно было. Он так всегда мог подсказать что-то, вот как вот, допустим, стихотворение читать. Он мог что-то посоветовать, сам вот прекрасные вот песни у него, какие он пел. Всегда было с ним интересно. Ко мне он в гости с мамой общался, приходил. А когда вот последние годы, мы как-то потерялись, мы уже как-то вот так развела жизнь. И вот мы только встретились, это как раз было в педагогическом университете, вот на этом был мероконцерт вот этот. Мы пересеклись, так как дела, это последнее, когда я его видела. 19-й год, да? Он так, привет, да? Так говорит, как дела, и все. И вот я его узнала, что он в России. Вот, и так потерялись мы с ним. А тогда раньше чаще мы виделись, общались. Но я прочту стихотворение. Это стихотворение посвящено моей маме, ее уходу. Но оно актуально, то есть оно посвящено тем, кого сейчас с нами нет, но кто где-то. Я прочту. Снег сыплется нездешнюю крупою, печет свои пушистые хлеба. Это все, что есть у нас с тобой. Снежинок, оживленная гурьба. Всем остальным поверь, мы не владеем ни шарью дымки, ни стопкой книг. Мы лишь снежинку удержать умеем. И то на миг, и то на краткий миг. Как мы взрослы, и как мы мало знаем, но так тепла под варежкой рука. И если мы, как этот снег, растаем, то, может быть, вернемся в облака. Спасибо. Очень близко был с Толей знаком. Наши встречи были, как правило, мимолетные, на каких-то сборищах, на фестивалях. Запомнилась, пожалуй, только одна такая встреча после очередного небольшого, не сказать концерта, не сказать сборища в обсерватории, после которой мы с ним, наверное, минут 40 разговаривали, шли по этому парку, гуляли, крутили, нарезали круги и разговаривали, в общем-то, о перспективах каких-то вообще в бардовском направлении в городе Одессе. Вот, в эту сторону. Ну, в частности, задевали, конечно, такой наболевший вопрос, что в последнее время как-то стали отходить от классической бардовской песни, то есть вообще забывать классика. Зачастую бывало такое, что на каких-то фестивалях авторов больше, чем исполнителей. А если спросить авторов о каких-то, скажем так, известных авторах, то из творчества которых они могли назвать максимум пару песен, более популярных, а не более того. Ну, в общем, это такие были разговоры, что немножко популяризировать надо глубже. Это направление, только благодаря этому, наверное, можно было бы привлечь в дальнейшем молодежь к этому движению. То, что на сегодняшний день не видим.
все мы уже в годах. А молодежь? А я? Нет. Ну, скажем так, ладно. Еще молодые пенсионеры. Ну, немножко так в очередной встрече зацепились. Это еще при первой встрече было. Как да что, каким макаром оказался в Одессе, да главное откуда. Казалось, что я из Томска. И вот, он говорит, так я, говорит, заканчивал в Томске медучилище. Музыкальное училище. Так что в какой-то степени мы с ним оказались даже еще и земляки. Я хотел бы спеть песни уже из классики, конечно, Юрия Висбора. Она чем-то перекликается со стихами, с песней Юрия Григорьевича. Уже не боимся жизни, уже не боимся смерти. У всех кто жизнь была у всех, кто ввысь отправился когда-то, у всех горевших в плазме кораблей, есть важный и последний из этапов, этап прикосновения к земле, где с посохом синеющих дожди пройдет сентябрь по цинковой воде, где клены набегут свои листки на мокрую скамейку у реки. Мы постепенно счастье познавали, исследуя среди ночных полей, с любимыми на теплом сеновале, это прикосновение к земле, где с посохом синеющих дождей пройдет сентябрь по цинковой воде, где клёны наведут свои листки на мокрую скамейку у реки. То женщины казались нам наградой, то подвиги нам виделись вдали, и лишь с годами мы познали радость кругу обыкновеннейшей земли, где с посохом синеющих дождей пройдет сентябрь по цинковой воде, где клены наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. Когда-нибудь столь ветреный в начале огонь погаснет в пепельной зале, дай Бог тогда нам встретить без печали этап прикосновения к земле, где с посохом синеющих дождей пройдет сентябрь по цинковой воде, где клёны наметут свои листки на мокрую скамейку у реки. Спасибо. Спасибо. Я познакомился лет 5 назад на каком-то из фестивалей. Ну и наши взгляды оказались и на жизнь, и на творчество похожие. Когда-то Юрий Михайлик мне сказал, что настоящее творчество
это разговор человека с Богом. Толя был настоящим. Все его исполняемые песни – это обнаженная душа. Смерть всегда забирает лучших. Светлая память Толи. Все. Стих. Лениво Стикс ползет во мгле, и нет той мглы темней. Мы все, пришельцы на земле, уйдем в страну теней. Уже на призрачной волне плывет ко мне ладья. Что скажут люди обо мне, когда исчезну я? Аид подземный, грозный бог, отсрочь мой студный час. Я очень многим не помог, не отогрел, не спас. Еще осталось столько дел, но есть всему черед. Кто не успел, тот не успел. Харон уже плывет. Рубли становятся золой, чернеет серебро. Пока ты здесь, пока живой, спеши творить добро. Мне очень интеллигентное общение, приятный человек, но моложаво выглядел на свои годы, это чистая правда. И светлая ему память, он был с нами, и это прекрасно. Меня связывает с Одессой очень много друзей, много событий. И я всегда рад приезжать в этот город, город, который я бесконечно люблю. Вчера в этом зале был мой авторский вечер, и небольшой фрагмент вчерашней программы. Это песня моего, одного из самых любимых поэтов, на стихи Юрия Михайлика. Песня, в общем-то, без названия, но я нашел такой трогательный эпиграф к этой песне, которая звучит приблизительно так. О вечная нерасторопность мужчин, о женское нетерпение, куда по небу иду один, дождь идет в отдалении, казалось, пить попросишь у меня. До солнца дойду по своду, камень высеку из огня и выжму из камня воду. Но ты сказала, я так ждала, был близок шум океана, но я взяла стакан со стола и напилась из стакана. Чудо техники мне понадобится. Сейчас, 2 секундочки. Давай, пока ты не разбил нам беда. Ну, вчера мы копоти дали немножечко, да? Есть такое. Спасибо. Эта песня вошла в один из моих авторских спектаклей. Это моноспектакль, где звучат стихи и песни. Название спектакля «Лицо в окне». Выяснение отношений между мною и тобой. Выяснение отношений между камнем и прибоем. Вот придумаем разлуку, примем твердое решение. Вот пожмем друг другу руки в завершении отношения. Но прибой на камень рухнул, под волною камень ожил. Мы пожмем друг другу руки, а разжать уже не сможем. Этой ночью беззаветной, этой мглой на всю округу, этим ветром предрассветным мы относимся
друг другу. И не зря такая сила, неспроста такая вьюга нас друг к другу относила, прижимала нас друг к другу. Ты прошла во тьме босая, наклонилась к изголовью. Может, мир не нас спасает, сам спасается любовью. Разлучая наши души, разлучая наши тени, можно что-нибудь нарушить в этой солнечной системе. Выяснение отношений между мною и тобой, выяснение отношений между камнями.